Lacoste – легендарный бренд из Франции, основанный в 1933 году французским теннисистом, первой ракеткой мира Рене Лакостом. Его знаменитая фраза «Без элегантности одной победы недостаточно» определяет современный стиль жизни, вдохновленный спортом. В 20-х годах Рене получил прозвище «Крокодил» за его железную волю, упорство и стремление к победе. И изображение аллигатора на одежде бренда Lacoste становится одним из самых известных фирменных знаков, культовым символом бренда. В конце 20-х годов Рене Лакост разработал новый дизайн рубашек для игры в теннис с коротким рукавом. Это было начало истории поло от Lacoste, который выпускается под артикулом L1212, где L означает Lacoste, 1 – это ткань в мелкую клетку из хлопка Petit Piqué, 2 – это версия с коротким рукавом, а вторая цифра 12 – это номер прототипа, который был запущен в производство. В 2011 году культовый символ бренда поло от Lacoste был представлен в коллекции L1212. Первый аромат Eau de Lacoste L1212 – это Pour Louis Blanc, что означает «белый», с культовой эмблемой крокодил. Аромат представлен в формате туалетной воды и создает ощущение французской элегантности. Он относится к семейству древесный цветочный, в верхних нотах кардамон, в сердце мексиканская тубероза и мягкая бархатная замша звучит в базе. Аромат представлен в двух объемах – это 50 и 100 мл. Позвольте предложить вам аромат настоящей свежести и чистоты. В 2015 году бренд Lacoste создает коллекцию для девушек Eau de Lacoste L1212 Pour Elle. Ароматы поднимают настроение. Они вдохновлены плиссированной юбкой Lacoste для игры в теннис. Аромат Eau de Lacoste L1212 Sparkling – это абсолютный бестселлер в продажах. Игривый, сладкий, искрящийся. Он содержит в верхних нотах французский макарон со вкусом малины. В сердце аромата есть жасмин самбак, а в базовых нотах звучит яркий древесный аккорд пачули. Аромат представлен в двух объемах – 30 и 50 мл. Он создан в формате туалетной воды. Попробуйте аромат для истинного наслаждения. Аромат Eau de Lacoste L1212 Pour Elle Natural переводится как «естественный, натуральный». В верхних нотах этого аромата звучит аккорд из кокосового молока, в сердце аромата нежный жасмин и в базе звучит кремовый древесно-пудровый ирис. Аромат представлен в объеме 30 мл. Фраза для продажи. Ощутите настроение дня, проведенного на морском побережье. Аромат Lacoste Eau de Lacoste L1212 Pour Elle Elegant переводится как «элегантный» и представлен в объеме 30 мл. Он обладает классическим, но в то же время неожиданным звучанием. В верхних нотах этого аромата звучит солнечная мимоза, в сердце звучит жасмин самбак, а в базе звучит сильный и элегантный ветивер. Попробуйте этот аромат для долгого и насыщенного дня. В 2016 году бренд Lacoste выпускает первые парные ароматы L1212 Magnetic. Для него и для нее. Название в переводе означает «притягивающий», «магнетический». Впервые в дизайне флакона используется цветовой градиент-эффект. Ключевое описание мужского аромата – это энергичный, вдохновляющий, интенсивный. Он создан в формате туалетной воды в объеме 50 мл и относится к семейству древесно-ароматический. Композиция содержит в верхних нотах можжевельник, в сердце аромата водный аккорд с яркой нотой фиалки, а в базе богатый аккорд амбры и древесные ноты пачули. Eau de Lacoste Pour Elle Magnetic для нее создан в формате парфюмерной воды, что подчеркивает его особенную стойкость. Он представлен в объеме 25 мл, и относится к восточному цветочному семейству. В верхних нотах вы услышите цветок клеомы из Африки, сладкий, притягивающий, напоминающий аромат тропических фруктов. В сердце этого аромата зазвучит нежный жасмин самбак и листья фиалки, а в базе звучит аккорд ванили и пачули.
Попробуйте первый парный аромат от Lacoste для создания самого чувственного момента. В 2018 году появляется новый дуэт L1212 Eau Fraîche. Аромат для нее относится к цветочному водному семейству и содержит в верхних нотах цедру мандарина, что делает аромат невероятно энергичным. В сердце аромата звучит магнолия, лилия, жасмин, а в базе вы услышите пачули с древесными мускусными гранями. Яркий розовый флакон с осветленным, как бы покрытым инеем основанием, увенчанным крокодилом нежно-розового цвета. Аромат Eau Fraîche для него – семейство ароматический древесный, объемом 50 мл. Чистые, мужественные ноты акватического аккорда, который переплетается с яркой нотой лимонного сока и ледяным ликером лимончелло в сердце аромата. Древесные и мускусные ноты в базе придают аромату современный характер. Вместе эти ароматы простые и в то же время элегантные. Они представляют собой идеальное сочетание энергии, свежести, напоминающие разгар лета или момент накала страстей захватывающего теннисного сета. Ароматы бренда Lacoste представлены в двух группах. L1212 для молодой аудитории от 18 до 25 лет и коллекция Signature или Croc, которые созданы для молодых профессионалов от 25 лет и старше. Давайте рассмотрим эту коллекцию более подробно. В 2003 году бренд Lacoste выпускает древесно-мускусный аромат Lacoste Parfum, в переводе для женщин. Аромат в формате парфюмерной воды. И этот аромат сразу же становится неизменной классикой французской элегантности и стиля до настоящего времени. Этот аромат очаровывающий, подлинный и немного спонтанный. Ямайский перец в верхних нотах дополнен цветами гибискуса в сердце аромата, а идеальный баланс сандалового дерева и мускуса в базе создают тонкое и мягкое звучание. Аромат представлен в трех объемах – 30, 50 и 90 мл. Выдержанный классический дизайн флакона в нежных бежевых оттенках, абсолютный лидер за последние 17 лет и самый желанный выбор девушек и женщин. Откройте для себя секрет истинной женственности. В 2017 году коллекцию ароматов для нее пополнил очень легкий аромат Parfum Léger в концентрации парфюмерной воды. Слово «Léger» переводится как «легкий». Это древесный мускусный аромат, где в верхних нотах звучит цитрусы, сердце, гибискус и жасмин, а в базе сандаловое дерево и мускус. Аромат легкий, сверкающий, он представлен в двух объемах, это 30 и 50 мл. Встречайте новый поворот в классической парфюмерии для женщин. Аромат Parfum Intense Eau de Parfum – это парфюмерная вода повышенной стойкости, которая вышла в 2018 году. Этот запуск входит в семейство цветочный, восточный, гурманский аромат, так как содержит в верхних нотах карамель. Болгарская роза в самом сердце аромата и в базе древесный аккорд из кедра и сандала. Аромат захватывающий, элегантный и очень чувственный. В объеме представлен 30 и 50 мл. Попробуйте усилить вашу чувственность за одно нанесение. В 2017 году бренд Lacoste выпускает первый аромат для мужчин в коллекции Croc – Lhomme Lacoste. Это древесно-пряная туалетная вода. В верхних аккордах звучат терпкие ноты айвы и ревня, сочетающиеся с аккордами сердца из имбиря и черного перца. А в базе звучат кедр и амбра. Этот аромат подчеркивает сильный характер и крепкий нрав. Аромат представлен в объеме 50 мл и идеально подойдет для мужчин в качестве подарка. В 2019 году впервые в коллекции Croc запускается сразу два парных аромата для него и для нее. Новый дуэт называется Timeless – «Вне времени». Запуск посвящен первой встрече Рене Лакост и его жене Симон Тион де Ляшом. Аромат для нее выпущен в формате парфюмерной воды, представленный в объеме 30 мл. Новый дизайн в нежно-розовых тонах и его цветочно-восточная композиция раскрывается розой верхних нотах, цветами апельсинового дерева в сердце аромата и теплым сандаловым деревом в базе.
чувственный, изысканный и всегда актуальный. Почувствуйте неподвластную времени изысканность аромата. Аромат для него L'Homme Lacoste Timeless представлен в объеме 50 мл в формате туалетной воды. Он очень искрящийся, свежий и яркий. В верхних нотах звучит кардамон. Ноты перца и имбиря зазвучат в сердце аромата, а завершит эту композицию аккорд кедрового дерева. Флакон L'Homme Lacoste Timeless выполнен из прозрачного стекла в темно-синем и серебристом цветах. Свежий, изысканный и всегда актуальный.